Запуск ракеты, бег гепарда или гонки форсажа – все это олицетворение огромных скоростей всего мира. Демонстрирует подобную скорость и компания «Мегафон». На 21-й межрегиональной выставке региона «Сотрудничество без границ» представители компании с удовольствием расскажут вам о своих новинках. Мы приглашаем гостей выставки протестировать интернет на базе новейшей технологии LTE Advanced. Она дает скорость до 300 мегабит в секунду. Пока интернет LTE Advanced доступен в Москве. Однако в ближайшем будущем Мегафон планирует расширить эту сеть. Сегодня гости и участники могут прикоснуться к будущему на рекордных скоростях. Одной из популярных площадок компании «Мегафон» стала инновационная фотозона. Здесь каждый желающий может сделать фото на память и заодно принять участие в конкурсе «Я летаю на 4G+». Для этого нужно разместить в специальном альбоме группы «Мегафон» ВКонтакте фотографию с выставки. 4G-модемы и фирменные футболки ждут автора фото, набравшего большее количество комментариев. Пожалуй, самым необычным аттракционом «Мегафона» станет фотокабина, в которой вместо обычной фотографии участник сможет получить портрет, составленный из сотен слов. Кстати, при помощи 4G-модема электронная фотография сможет улететь из стационарной кабины прямо на мою страничку ВКонтакте. Замечательный. У меня фотографий, конечно, очень много в моей коллекции, но вот эта фотография, мне кажется, будет уникальной. Буду обязательно показывать друзьям, подружкам. Я даже не слышала, вот впервые сегодня сейчас увидела. Мне кажется, это будет, ну, супер просто фишка. Хотите на своем опыте оценить новшество компании? У вас еще есть такая возможность. Стенд компании «Мегафон» работает до 22 июня с 10 утра до 19 вечера.